что отец Чичиков, больной человек, в длинном сюртуке на вернушках, в вязаных лопницах, одетых на босую ногу, беспрестанно вздыхающий, вечной кровью перед глазами, опять говорит, и всегда строгий голос, отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскучив однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кобытку или хвост. Когда вслед за ними словами краюшка уха ребенка скручивалась очень больно, ногтями длинных, протянувшихся сзади пальцев. Манилы. Они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то, что минуло более 8 лет от супружества, каждый из них все еще приносил другому или кусочек яблочка, или орешек, или конфетку, и говорил трогательно нежным голосом: «Разуй, кушай-ка свой рот, я тебе положу этот кусочек». Весьма часто, сидя на диване, вдруг они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй. Словом, они были то, что говорится, счастливы.
Акакий Акакиевич совершенно приучился голодать по вечерам. Зато он питался духом, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор, как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто теперь он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу.